Сегодня лейтенант Сара Краховский, пресс-секретарь полиции Найт-Сити. Здравствуй, рад тебя видеть. Привет, Зиги. Спасибо, что позвал. Надеюсь, ты нормально добралась до студии. Ничего не случилось. Один из моих нетранеров не отвечает, хотя я ему приказала всегда оставаться со мной на связи. Скорее всего, что-то случилось. Он бы не посмел пойти против меня. Ознакомься с деталями и найди его. Он мне нужен. Там кричал кто-то, так жутко. Ну, может, кто на кухне кипящим маслом обжегся? Не-не, звук такой глухой был, как из подвала. Ты пришла димсамы есть или страшилки рассказывать?
Эй, все в порядке? Полюбуйся, Ви, это твое будущее. Итог любого раннера. Корпоративный лед, выжженные мозги. Финита. Он вроде еще дышит.
еще пара секунд. Погоди, я не... Проснись. Дай мне минутку. Не знаю, давно ли я тут, но, как говорят американцы, уже подыхаю с голоду. Тебе повезло. Тут наверху ресторан. Да знаю я. Эти запахи. Просто пытка. Так ты был в сознании? Частично. Скорее, в глубокой гипернации. Я тут заглянул в твои сообщения. Похоже, Спектрал Кит был прав. Ну, короче, я все-таки застрял. А он ведь, если узнает, просто плешь мне проезд. Ты поэтому не стал просить его о помощи? Самолюбие не позволило? При чем тут самолюбие? Я застрял в подсети, только до лампочек и смог дотянуться. Что корпораты прячут в этом ящике? Хочешь проверить? Вы, молодые, много вопросов задаете. Ха, пожалуй, лезть в него и правда не стоит. А ты быстро учишься. Тебе, наверное, интересно, кто меня прислал. Вакако. Ловкая старушка. Всегда находит повод затащить меня поужинать. Заходи ко мне как-нибудь. Покажу тебе пару нетранерских штучек. Ты мне? Разве не я тебя спас? Мы постоянно учимся на ошибках. Но не обязательно учиться на своих. Спасибо, я подумаю. Мне рассказали, как все прошло. Хорошая работа. Именно этого я от тебя и ждала. Закрываю заказ со спокойной душой.
Нужна твоя помощь. Я у тебя в долгу.
Мне нужен человек для тихой работы. Требуется оставить жучки на хорошо охраняемой территории. Подробности в письме. Как меня бесят эти сраные косплееры. Ничего не умеют, зато всех жизни учат. Еще и гордятся этим. Они хоть чего-то в жизни добились? Ни семьи, ни карьеры, ни хрена. Ничего не получается? Иди в монахи. Да ладно тебе. Они много хорошего делают. Вообще это ты думаешь? А камада, лутартарс. Да нет, там что? Они разделили замеры. Другим говорят, Чем могу помочь? Поставить вам печать в гостинице? Давай не будем тянуть. Да я просто смотрю. Я разве сказал, что мы закончили? Найт-Сити! Будет горячо! Thank you.
Давай не будем тянуть. Покажи, что у тебя есть. Пожалуйста. Наверняка найдется что-то по вкусу. Я разве сказал, что мы закончили?
Отстой! Давай не будем тянуть. Я разве сказал, что мы закончили? Давай не будем тянуть. Я разве сказал, что мы закончили? Как меня бесят эти сраные косплееры. Молодой. Ничего не умеют, зато всех жизни учат. Еще и гордятся этим. Они хоть чего-то в жизни добились? Ни семьи, ни карьеры, ни хрена. Ничего не получается? Иди в монахи. Да ладно тебе. Они много хороших людям вон помогают. Thank you.
Llegaste hace poco. Бегаю в магаз быстренько. Никуда ты не сбегаешь. Приказ есть приказ. Ага. Охранять пустую комнату. Охуенно важное задание. За языком следи. Ты в священном месте.
Милосердно ты. Давай не будем тянуть. Я разве сказал, что мы закончили? Ты появился и исчез, как дух Ви. В храме до сих пор ничего не подозревают. Очень хорошо. Закрываю заказ и перевожу твою оплату. Yeah.
Наряд на место происшествия в Уэстбурге. А у них там нет своих служб безопасности? Что-то не так. Ладно, принято. Едем. Порядок восстановлен. Всем нарядам вернуться к патрулированию.
ранен! Прячется! Прямо по курсу! Thank you.
сюда! Бля, видали? Сейчас кровищу пустим! Ugh!